Есть игры, настолько затягивающие своей атмосферой, что через монитор тебе буквально передается ощущение от присутствия в мире этой игры. И тем необычнее, когда эти ощущения априори являются некомфортными. Frostpunk из числа таких игр. Это проект, вышедший в 2018 году на стыке двух жанров — стратегии и симулятора выживания. Перед нами альтернативная Англия 19 века в стиле стимпанка. Мир столкнулся с кризисом, начались серьезные похолодания. Сперва к этому отнеслись как к несущественной проблеме, но холода все нарастали и нарастали, и начались уже серьезные проблемы, вплоть до того, что население начало вымирать от холода, дожигая последнюю мебель, чтобы согреться. Хаос, беспорядки и прочий сопутствующий бардак на фоне конца света. Из вселенной Ведьмака сейчас донеслись понимающие и сочувствующие стоны, там не один мир так погиб, в белом хладе. А вот крики снизу, это из города Аркс, сообщают, что нужно бы озаботиться экстренным планом по спасению, например, опустить города под землю, где еще есть тепло. К сожалению, в мире Фростпанка нет гномов, которые заблаговременно вырыли бы гигантские шахты для этого. Но тут тоже не дураки живут. Власти разных государств, в том числе и Британии, озаботились заранее постройкой специальных генераторов, которые в скором будущем должны стать сердцами новых городов. И когда стало ясно, что холода отступать не собирается, остатки выживших покинули города и дружными колоннами разбрелись кто куда на поиски этих генераторов. Это был очень тяжелый путь. Путь через бесконечные снега. Мало припасов, лютый мороз и пронзающий до костей ветер. Многие умерли по дороге. Часть каравана отбилась от группы и затерялась в метели. Но вот мы пришли. 80 человек достигли своего нового дома. И так начинается наш путь к выживанию. Игра имеет несколько кампаний, и перед нами первая и основная — новый дом. Знакомые со стратегиями люди моментально втянутся в знакомый интерфейс и стилистику. Вид сверху, древо построек, исследование технологий. Нет только привычных сражений. Да, в игре полностью отсутствуют бои и вообще военная составляющая. Единственный твой враг — это мороз, и бороться с ним нужно по-особому. Наша цель — выжить. Мы играем роль этакого бургомистра, которого народ избрал, чтобы тот вел их через зиму. И вот перед нами те самые 80 человек и неработающий генератор, плюс небольшие участки ресурсов, которые станут нашими первыми шагами к выживанию. Первые дни будут достаточно мягкими и подготовительными. Они ознакомят нас с особенностями нашей обстановки. Однако мягкие, в понимании игры, это вовсе не означает, что можно расслабиться. Расслабляться как раз нельзя. Расчет, микроменеджмент, постоянное распределение обязанностей и ресурсов. Чуть зазеваешься, и люди начнут в лучшем случае проявлять недовольство, а в худшем – болеть и умирать. А это, конечно, хоть и неизбежно, но все же лучше этого не допускать. В промерзшем мире нет ничего, кроме снега и льда, и первейшей нашей заботой должен стать обогрев. Благо, генератор готов к работе, ему только нужен уголь. Постоянная подача угля – залог выживания. Однако здесь, как и положено, встает стандартный для стратегии вопрос. Чтобы добыть ресурс, нужны строения, которые этот ресурс и требует. Поэтому на начальном этапе рабочие прямо через снега глубиной в их рост бредут к таким схронам, оставленным здесь до заморозков, и собирают их. А мы тем временем решаем квартирный вопрос, строя вокруг генератора палатки. Да и не только квартирные, на таком морозе обязательно скоро появятся больные и голодные, а поэтому нужна также еда и медицинские услуги. Вообще, население здесь — это тоже ресурс, и ресурс очень ценный, особенно на первых этапах. Нечто похожее было в Black and White, только Frostpunk в этом плане сильно продвинулся. Мы также можем переименовывать людей, мы видим, кто у кого пара, где он живет, где работает, но это все неважная информация. Достаточно просто знать, что просыпаются люди в 6, на работу идут в 8, рабочий день заканчивается в 18. И согласно этому распорядку они и живут. Население также делится по специализации. Есть рабочие, костяк нашего производства. Они задействуются практически везде, где нужна грубая сила. Добыча ресурсов, строительство. Или добыча еды и ее приготовление. Есть также инженеры. Их меньше, как правило, чем рабочих, и они задействуются там, где нужно специальное образование. Медицина, исследования. Вот, кстати, исследовать придется много и часто. Тут инженеры и помогут. Есть еще дети. Для них можно строить специальные учреждения, но трудиться они не могут. Однако жителями считается и пищу потребляет, как все. Есть еще калеки и автоматоны, но о них попозже. Разумеется, идеально все устроить не получится, и очень скоро атмосфера игры даст о себе знать. А атмосферу тут можно описать словом «уныние». Холодное, будоражащее уныние. Будто бы сама смерть стоит за спиной и держит тебя своими ледяными руками. На это играет и очень хороший арт-дизайн.
Вот эти все укутанные в платки и ватники измученные люди, картины происшествий, смертей и, конечно же, великолепное музыкальное сопровождение, просто идеально подчеркивающее происходящее, а иногда и вовсе лишь на одной музыке все и держится. В общем, очень скоро нам начнут поступать сообщения, кто-то умер от холода, так и не проснувшись, кто-то голодает, и все что-то просят у нас, обогреть жилище, накормить голодающих, вылечить больных, похоронить мертвых, и мы можем отвечать на запросы, давая обещания, однако их придется выполнять, иначе будет расти недовольство и падать надежда. Это две шкалы. Если Black and White тебя как божество не могли смести с пьедестала, чтобы ты не творил, хоть убей вообще всех своих, то здесь ты лишь выбранный правитель, и если одна из шкал достигнет своего отрицательного пика, то в лучшем случае тебя изгонят из города, что означает медленную смерть от холода, ибо, как мы скоро выясним, на многие мили больше жизни вокруг нет. Либо и вовсе линчуют на площади при помощи пара. Жесть. Гуманисты хреновы. Поэтому хочешь не хочешь, а надо как-то реагировать, дабы успокоить людей. Для этого всего придется подписывать законы. Сперва это законы адаптации, с вариативностью, конечно же. Мы, например, можем выбрать – сбрасывать трупы в яму с последующей возможностью трансплантации органов, либо же издать закон о постройке кладбища и ведении похоронных церемоний. В зависимости от выбора будет и разная реакция народа. Можем добавлять в еду опилки, либо же варить пустой суп, если с запасом еды беда, или продлить рабочую смену на 4 часа, или по выбору ввести критическую 24-часовую смену для особых случаев. Или вот эксплуатация детского труда, или же в противовес попытка куда-то детей пристроить. Придется балансировать между тем, что правильно, и тем, что необходимо, особенно перед лицом надвигающейся угрозы. И реакция будет разная, и поверьте, далеко не всегда предсказуемая. Все не станет хорошо по мановению палочки. От опилок в супе могут начаться массовые заболевания, и медицинские учреждения будут не справляться с потоком больных, отчего те будут просто умирать, что мало того, что лишит вас так необходимой рабочей силы, но еще и увеличит при этом недовольство. Разрешили хоронить? Хорошо, но похороны отнимают 2 часа рабочего времени каждый вечер. Вы такие добрые и запретили детский труд? Отлично. Стройте дома для детей теперь. А не построите вовремя, начнутся недовольства. А еще их нужно обогревать до нужной температуры. Люди будут время от времени пытаться воровать еду или ресурсы, другими способами нарушать закон, просить о чем-то, в чем ты им сейчас физически не можешь помочь. И так как ты помочь им не можешь, будет расти недовольство. И это не говоря уже о происшествиях. На продленных рабочих сменах могут начать умирать работники от переутомления. Люди начнут требовать выходного дня, что означает простой добычи угля и вообще в принципе всего ресурса. А это может означать скорую смерть, и придется выбирать, умереть от холода или проиграть от недовольства. Даже когда мы научимся строить автоматонов, и тут тоже все не будет идеально гладко. Они могут, например, отдавить кому-нибудь ногу, после чего очередной умник предложит их замедлить, что сделает их еще менее эффективными. Мы можем, конечно, отказаться. Жаль, мы не можем издать указ не гулять, сука, рядом с 10-метровым ходячим роботом. И ведь это все будет лишь на фоне настоящей проблемы – холода. Погода не будет статичной. Если сначала температура минус 40 – это терпимо, то очень скоро она начнет меняться в худшую сторону. Иногда будут, конечно же, потепления, такие послабления для нас, иногда похолодания, чаще, конечно, последние. Для мониторинга есть удобная шкала, которая будет нас раз за разом радовать. Что? Опять похолодание? Да только что же было! А еще через 3 дня что? Еще похолодание? Да чтоб я сдох! Это, кстати, здесь быстро. У нас тут есть удобный переключатель температурного монитора, который покажет, где какая зона, как отапливается. Есть деление на комфортно, приемлемо и прохладно. В первых 2 заболевать люди не будут, в последние есть небольшой шанс, и, как ни странно, это оптимальный вариант при должном подходе, потому что отапливать все по максимуму чокнешься. Угля нужно не просто много, а очень много, а генератор жрет его очень охотно. Но есть и 3 другие стадии – холодно, морозно и очень морозно. В первых 2 случаях такие здания нужно либо отапливать, либо закрывать, если отапливать не получается. Иначе вместо притока ресурсов получите приток больных, в том числе и тяжело больных. А тяжело больные – это иждивенцы, как дети. Мы можем начать экстремальное лечение с блэкджеком и ампутациями, но тогда они становятся инвалидами с неплохим шансом и не могут работать. А без должного ухода в дорогих вообще-то очень зданиях тяжело больные будут умирать один за одним. Ну и понятно, что при температуре очень холодно, ни о какой работе не может идти речи. Так что помимо менеджмента ресурсов, важен еще и менеджмент тепла. Теплее всего, конечно же, вокруг генератора, но вокруг него уже понастроили палаток, а зданий нужно много.
Здания строятся в принципе где угодно, но к ним нужно обязательно построить дорогу. Дорога здесь это не просто дорога, это теплотрасса, идущая от генератора. Без подключения к теплотрассе здание работать не будет. Ну и будучи подключенным, оно может быть неработоспособно, потому что редким зданиям, вроде избы охотников, которые там не живут, или склада с ресурсами, отопление вовсе не нужно. А вот там, где работают люди, должно быть более-менее тепло. И если температура ниже нормы, некоторые здания, вроде кухни или санитарного пункта, будут простаивать. Тут на помощь придут обогреватели или паровые башни, нагревающие зону вокруг себя в заданный промежуток времени. Стоит ли говорить, что все эти греющие точки тоже жрут уголь? Ну, что уж поделать. Сам генератор, конечно, тоже можно и нужно улучшать. Увеличить радиус обогрева, его мощность. В критических случаях можно включить форсаж генератора, если зима совсем прям вот прижала. Но долго он так работать не сможет. Рванет, и тогда конец игры. В этих случаях он уже начинает поглощать уголь как не в себя, вплоть до четырехзначной нормы. Тут иногда и 100% мощности поддерживать трудно, а уж 400 и подавно. Понадобится много ресурсов. Помимо людей и угля, есть также иные ресурсы – дерево, сталь и паровые ядра. С первыми двумя все понятно, они необходимы для постройки и исследований. А вот паровые ядра – это ресурс уникальный, и его нельзя добыть привычным способом, можно только найти. Да, очень скоро мы сможем отправлять экспедиции в снега, и они будут находить иногда выживших, иногда ресурсы, а иногда известие о том, что то очередной город замерз насмерть, то караван сгинул в снегах, ну и так далее. Веселуха! Там же можно найти и эти самые ядра. Они редки и ценны, и паровые строения гораздо более эффективны. Угледобытчики, сталелитейные заводы, лесопилки, ледовые буры, теплицы, лазареты и, самое главное, фабрика и строящиеся на ней автоматоны. Автоматон — это четвероногая громадная машина, полностью автономная. Стоит она очень недешево, но и польза от нее прорва. На любой рабочей точке она может заменить целую бригаду из 10 рабочих. Правда, автоматон сперва работает в 70% эффективности, но ее можно повысить до 90%, изучая технологии. Зато эта машина работает и днем, и ночью, практически без перерывов и без жалоб. Дважды в день только подзаряжается от генератора или башни. Если генератор выключен и топлива нет, она просто встает и не двигается. У нее такое включается резервное питание, режим гибернации. Как только башня снова работает, она просто просыпается, идет и подзаряжается, и работает дальше, и не ноет. Ну и разумеется, этой машине плевать на температуру, что, конечно же, крайне весомый плюс в наших условиях, просто бесценный. Потому как отморозившие конечности рабочие после ампутации бесполезны. Хотя, конечно, можно им организовать протезы, но это тоже недешево. Опять же, нельзя забывать об исследовании местности. Организовываем группы и ищем выживших или же ресурсы. Можно даже снаряжать регулярные караваны с углем или древесиной, тоже лишним не будет. Однако очень скоро на базу явится обмороженный человек и умирая заявит, что он последний выживший из города Винтерхоума, еще одного поселения, бывшего поселения. И тут паника среди населения начнет расти ударными темпами, ведь мы, оказывается, одни. И действительно, исследователи с поверхности только подтверждают догадку. Всюду лишь руины, обмороженные трупы, и Винтерхоум, и лагерь американцев, все вокруг погибло. С недовольствами учащаются и преступления, воровство, драки, иногда даже будут убийства. И будто уже имеющихся проблем мало, появляются лондонцы, группа людей, завлекающих остальных вернуться в Лондон, мол, зря мы оттуда ушли. И пофиг, что от Лондона уже ничего не осталось, там уже все по макушку занесло, по самой Биг Бен, там даже генератора нет. Да и не дойдут они, им плевать, они фанатичны и просто потеряли надежду. И теперь необходимо держать под контролем уровень недовольства, иначе люди просто соберутся и уйдут нафиг, либо свергнут тебя. Что же делать? Людям теперь нужна общая цель. И тут появляется новая книга законов. Мы можем выбрать либо направление веры, либо этакой дисциплинированной технократии, если проще, коммунизма. То есть трудиться, трудиться, на благо, забудь о себе, строгой дисциплины и прочее. Либо же строить храмы, устраивать молебны, поднимать надежду у людей, это тоже работает. Воры время от времени раскаиваются, искренне сожалеют о содеянном. Лондонцы постепенно одумываются. Правда, не все и не всегда, и поэтому и там, и здесь при любом раскладе нам понадобится свой аналог полиции. Патрули из этакой инквизиции, к примеру. Публичные покаяния, бичевания,
А можно и вовсе провозгласить себя и таким патриархом, чье слово закон и обсуждению не подлежит. В общем, можно спасти город ценой превращения его в анклав еретического культа или упоротого Арбайтенштадта, плюющего на нужды людей. Вот тут уже, если ошибешься, люди тебя хорошенько так распнут, мало не покажется. Можно и даже нужно и не опускаться до такого, но это весьма непросто. Люди вечно чем-то недовольны, а еще и метеорологи за голову хватаются, белый хлад таки грязет, и нынешние падения температуры — это так, шутка по сравнению с тем, что будет. Хотя назвать шуткой минус 60 — это, конечно, тоже сама по себе шутка, притом плохая. Придется раскочегаривать обогреватели и паровые башни на максимум. И вот на этом финальном этапе, если речь о кампании, или просто одном из апофеозов Мороза, если речь о бесконечном режиме, вот в этот момент начинается самый драйв. Самый атмосферный момент, и главное, очень проникновенный, волнующий, что очень несвойственно для жанра стратегии, я вам скажу. Ты буквально ощущаешь страх грядущего. Включается тревожная музыка, которая идеально передает атмосферу неспокойствия. Тебе становится страшно за город, за население, все может пойти крахом, несмотря на все твои маленькие победы. Население также начинает бояться, все до одури напуганы вестью о вечной зиме. Многие отказываются работать, желая умереть рядом с семьей. Некоторые думают, что хоть перед смертью нужно нагуляться и устраивать беспорядки. Однако, так или иначе, все стараются из последних сил работать, чтобы запасти как можно больше ресурсов. Похолодания продлятся долго, целую неделю, и ты понимаешь, что даже при усиленном темпе работы ты не успеешь запасти нужное количество ресурсов, но ты стараешься как можешь, какой у тебя выбор? Новый день, новый шаг навстречу буре, минус 70, минус 80, минус 90 градусов, часть зданий перестает работать, потому что никакие обогреватели просто не справляются с лютым морозом, встают лесопилки, буры, фабрики, угледобытчики, теперь в ход идет запас, и с падением температуры расход лишь увеличивается, минус 100, на улицу выход строго запрещен, в этом нет смысла, заведения кроме санитарных пунктов не работают, все животные попрятались либо погибли, охотиться не на кого, почва замерзла до состояния камня, растения в теплицах погибли. Теперь остается надеяться лишь на запас еды. И ты смотришь на эти запасы и понимаешь, что этого, скорее всего, не хватит. Максимально утепленные дома еле согревают околевших жителей, количество больных увеличивается в десятки раз, люди держатся как могут. На горизонте надежда. Исследователи говорят, что грядет потепление, но перед ним будет просто лютейший мороз, который нужно пережить. И вот последняя ночь, минус 120 градусов, останавливается жизнь. Генератор, поглощая последние запасы угля из последних же сил, старается согреть околевших от холода горожан. Он буквально работает на форсаже и не ровен час рванет. Счет идет на часы. Еще совсем немного. Постоянный контроль за генератором. Тот на грани, но нужно потерпеть еще час-другой, чтобы город выжил. И вот когда на последнем издыхании генератор отрубается, наступает рассвет. И температура резко повышается. Минус 30. Жара. Выжившие выходят из своих домов и благодарят Бога, партию губернатора в том, что им удалось выжить. И ты такой просто стекаешь в кресло, потому что все это время, все эти условные полчаса реального времени, ты по стойке смирно с ошалевшими глазами не вылезал из-за монитора, переживая чуть ли не за каждого жителя отдельно. Такая вот тут атмосфера, я вам скажу. В конце твою победу оценивают, насколько далеко ты зашел в своих амбициях, и все это на фоне быстрой перемотки постройки твоей базы. Шикарно. И теперь можно играть дальше, если это бесконечный режим. Дальше утепляя дома и строя более продуманную инфраструктуру. Либо же начать другие кампании, которые отличаются совсем не только картой. Падение Винтерхолма, к примеру, это атмосфера обреченности. Надежды нет, ведь мы знаем из основной кампании, что Винтерхолм пал, и мало кто выжил. До нас губернатор был мудак, он довел город до ручки, и мы буквально пришли после него на руины, и генератор поврежден бесповоротно. Еще одна интересная кампания – группа ученых, чья задача спрятать от морозов семена растений для будущих поколений. Весьма непростой сценарий, рабочих нет, лишь инженеры, и их очень мало. По идее, работу должны выполнять автоматоны, но ресурсов требуется прорва, а рабочих рук опять же мало. Плюс есть и другие интересные обстоятельства. Беженцы – это возможность играть за анклав отщепенцев, где много детей и коллег, что тоже осложняет ситуацию. Ну и есть два платных DLC с продолжением первой кампании, когда стало понемногу теплеть, и приквел, когда снега еще не накрыли мир, и вокруг стояла этакая осень. Все они очень интересны, отличаются друг от друга заметно. Фактически каждая карта – это как отдельная игра.
принципе, уже после перечисленного можно бежать покупать игру, наплевав на все. Но если вам важна именно графика, то тут тоже все очень хорошо. Графика красивая. Хотя и нет приближения, дающего возможность оценить морду лица горожанина, но это и не нужно. Дизайн решает львиную долю проблем. Снег тут реализован отлично. Стоит чуть-чуть не погреть территорию, как ее быстро завалит снегом. Еще недавно тут стоял дом, но ты его снес, и все, даже следов скоро не останется. И сам холод, в принципе, тут графически показан очень качественно. Ветра, бури, ледяная виньетка при сильном морозе. Такое ощущение холода я видел лишь в одной игре — Анабиос Сон Разума. Если вам нравилась тамошняя атмосфера, то Frostpunk вам точно придется по вкусу. Есть лишь одно предостережение, и оно тоже касается атмосферы. Если вы хотите чего-то веселого, лучше повремените с Frostpunk. Здесь атмосфера очень давящая. Вокруг мрут люди, дети, старики, всюду страдания, обреченность. Если вы сейчас хандрите, Frostpunk, наверное, не лучший способ подбодриться. Холод и безнадега вас вряд ли согреет. В остальном же могу сказать так, это великолепная игра даже по меркам игры Реликта. Я практически не могу назвать недостатков, хотя наверняка они есть. Но, видимо, они так умело скрыты, что до них просто не докопаться, да и не хочется. Я бы так сказал, было бы хорошо сделать игру подлиннее. Побольше территории, побольше карты, побольше технологий. Но грядет Frostpunk 2, и, возможно, именно там это все реализуют. Не все любят тепло, некоторым холод больше по душе. Если это так, то теперь вы знаете, что делать. Не сдавайтесь буре и до встречи на рассвете со всеми, кто переживет эту ночь.